Максим, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о значимости этого мероприятия. Ну, мне пока трудно сказать все о значимости, потому что я только первый раз на событии Иоанна. Болгарское телеграфное агентство не является членом этой довольно интересной организации, но то, что я вижу, пока мне привлекает мое внимание. Во-первых, сам факт, что тут представители агентства практически всего мира и представители агентства из тех регионов, которые сейчас практически каждый день в новостях. Для меня это практически очень хорошая возможность создать новые контакты, поменяться визитными карточками, которые само по себе означают, что дальше будут контакты, и поменяться опытом. Тут довольно интересные агентства, начиная с мировыми гигантами, как Kyodo и Tartas, Синхуа. Интересные маленькие агентства, которые имеют свое тоже место в нашем мировом информационном бизнесе, как арабские страны. А все, что сейчас происходит на мировой политике, это связано с Сирией, а тут как раз представители всех этих стран, начиная с Сирии, ее соседей, противостоящие стороны со всех сторон, Иран, Саудовская Аравия и так далее. Так что все, что происходит, для меня интересно. Как профессионал, я считаю, что это довольно интересный и значимый форум. Поздравляю России и Тарта за то, что они опять стали хозяевами такого интересного события. Как бы вы охарактеризовали отношения между агентствами болгарскими и... У нас прекрасные отношения со всеми кавказскими странами. Начиная с Азербайджана, я не градирую по важности, с Арменией, с Грузией, конечно, с Россией. Притом, не только договоры, которые мы обычно агентство делаем между собой для обмена информацией и фотографий, а практически интересные связи, потому что мы общаемся довольно часто встречаемся. Вот прямо из Москвы, буквально через 3 недели, все мои друзья приедут в Софию, где я буду делать мировой конгресс, где будут присутствовать более 20 или 30 даже агентств всего мира. Буквально 3 месяца назад мы были в Сочи тоже. Там были все страны Причерноморского региона. Знаете, я сторонник не только официальных и протокольных контактов. Это, по-моему, уже прошло в прошлое. Сейчас нам нужно, особенно в тот период, когда в мире происходят тотальные, уникальные изменения нашей профессии, когда меняется инфраструктура медий, когда мы не знаем, что будет через 5 лет с нашей журналистической профессией. Сейчас очень важно действительно иметь такие контакты и такой профессиональный обмен со всех сторон, что эти форумы очень важны. Кавказ всегда был интересное место, и с хорошими, и с плохими новостями. Я помню многое из Кавказа, и милитаристичные сводки информации, и то, что происходит в связи с Олимпиадой, в связи с энергетическими проектами и так далее. Мне кажется, что Кавказ занимает свое важное место в мировых новостях, и мы в Болгарии имеем традиционно большой интерес к этому региону.